Передать привет. Ну вы же понимаете, я не вас буду снимать. Да вот куда снимаешь, что ты нас снимаешь? Че, Фуров, как тебе женская команда, которая напротив? Нормально играет? Нет? Лучше или хуже? Мы же как-то в этом уровне играем, так на таком. Сейчас посмотрим уровень. Там же есть палачи у нас, вся хуйня. Короче, давай, рассказывай. Ситуация. В группе три команды, выходит одна. И как бы одна команда, которая держала две победы. Мы ни одной. Смысл нам играть, я вообще не вижу. Они выиграли? Нет, они проиграли. А, они проиграли. Слушай, так и я могу выйти. Пока там бродяги расходятся, мы посмотрим лучше на женскую команду. Че, Фур, возвращаемся к этому, как его? ЖФК бродяги. Давай! О, Мишин, привозчик. Фу, посмотри электрички пока что, во сколько едут. Домой? Ну да. Все равно мы возвращаемся к этому матчу. А кто это? Сейчас ему пас дадут, куда он вышел. О, спасибо. Смотри, там даже малого уже выпустили. Нет такого здесь. Нету, нету. О, фирменный пас от Родри, да? Миш, ворота, ворота, ворота. Бля, ну пиздец разыгрываешь. Слышь, смотри, линия неровная. Знаешь, так еще? Че еще стоит смотреть? Да. Сань, бери, Сань, наш. Бля, пацанам же должно быть холодно. Пускай побегают, бля, я хуй его знаю. Дай ближнюю. Все, у нас единственная мысль, блядь, мы мечта бросим. Ну, блядь, низу не... А что, Миша впереди, что ли, играет? Лёх, попробуй начни низу. Родри, а ты по центру стань. Миш, двигайся влево-право. Заебись, двигался. О, нам делали пас. Что такое фланг? Бах. Сань, первый, Сань, не дай, не дай. Давай, Миш. Бля, это не Одинцова, да? Миш, навязывай, навязывай, ёп. Слушай, они, помнишь, говорили, тащер, тащер, надо запомнить. Хорош, Лёх! Ну, блядь, ну... Честно, блядь, руки замёрзли. Блядь, девчонки, жалко, на другую половину ушли. Далеко. Слушай, подержи, я перчатку одену. Ради бродяг руку отморозить. Жёстко. Да. И всё? Ну что, Родри, передай привет там. Серег тебя и смотрит. Писай. Что ему скажешь? Зачем сказать? Привет хоть. Отдыхай.
А где этот Селимян? Все спрашивают зрители. Я дома остался. Что-то не попадает? Кстати, девчонки нормально играют, смотри, там даже малой бегает. Ну, не знаю. Я же на вас смотрю, блин. Все ради бродяг. Нормально. Ты меня до метро потом забрось? А тут рядом. Я выключаю трансляцию. Пешком дойдешь, что-то ты прогуляешься. Блядь, жалко, что ли? Ёбаный в рот. Чё тебе жалко, штаны? Бензин жалко. Какой бензин? Ладно, давай к игре вернемся. 3-1 уже выходят. Бля. Потому что Мишин. Смотри, что пишет тебе. Мишин, едино. Я не. Че там? Ну, ты так себе, короче. А, дай мне. Девочка, покажи мне. Бля, Исай, можешь большими буквами писать? Родри пока плохо не видит. Видно, не да, видит, да. Что-то. Прям этот капслок, вся хуйня. Старенький. И на иврите. Да, я старенький еврей. Сейчас пиздец, пацаны, пиздец. Да, блядь, ну может так хоть попадете. Сейчас, пацаны, Summer Time Sadness, пацаны. Это первый? У меня прям в голове уже заиграло Summer Time Sadness. Бля, подержи. Что? Просто держи, там внизу появляется удовольствие. Summer time sadness, oh. Я бы сейчас отключился. If you have just hope to know. Summertime that I know. И вот так. If you have said to know. Слышь, смотри, там гол забивает. Summertime that I know. You gonna see. Нормально? Ну, бля, я не знаю. Че пишет? Он говорит не только про Адригес, он про всех. Но это не важно. Опа. Подождите, че стоите? Где? Ой, там гол, бля. Фак, Леха, вытащи, бля. Ой, Леха. Он его отобрал. Ага, опять фуру. Набирай! Давай, делай его! Бля, нормально. Я не прошел. Финтюшечка не прошла. Себе вырви, блин. О, пацаны, все, опять самый тайм-сэнс. Бля, ты можешь меня не слышишь? Тащит. Бля, я тебе говорю, первый гол, посмотришь в той игре. И что там? Там пиздец, кто-то берет, скидывает просто все в центр. Ну, видео да, ходит, зрители. А, видели. Все нормально, да, зрители видели? Все видели. Леху не приебешь. По-моему, отсюда. Ну, разгоняйтесь, пацаны, давайте. Ага, да он же типа звезда, все. Играй, не был свистка. Фурик, принимай. Фурл, сам. Сделай, хорош почти. И пасик. Центр. Ну, пацаны, забегите, вон, Мещак. О, хорош. Мещак, он бахает. А к воротам кто? Куда вы все открываетесь? А, не надо. Миш, давай побегай. Хватит. Леха взял? Ага, вообще была пушка. Слушай, тут еще вторая женская команда пришла. Вторая? Девчонка. Нормально. Охидеть. Это уже это. Бля, прикинь, если бы мы проиграли женскую команду. Да нормально, я бы не расстроился на самом деле. Девки. Девки, может, вышли бы куда-нибудь. Может, дальше. ЖФК бродяги были. ЖФК бродяги. Что, второй тайм уже, да? Фурлит, хорош, катка, катка. Играем, парни. Да я время тянут. Да я вижу. Так по нулям. А, типа их май тайм устраивает, счет. Бля, опять дождь пошел. Что там пишет? Да ничего не пишет, кто там пишет? Один человек смотрит, Исаев только еще. Зрители один. Зрители никакие так смотрят. Зрители так смотрят. Ну, какой матч, такие зрители. Чего что говорить? Можно идти отобрать. Если быть честно. Давай, Мещалки, принимай. Мещалки, давай. И оставь его, иди в штрафную. Иди в штрафную. Блин. Фурик, забеги на фланг, блин. Рукары. Рукар. Догони. Что? Сектор вот этот. Это второе, пятое поле, второе поле. Ну, второй, сектор, да? Второй сектор, а да. А третий? Первый, вот этот, третий. О, штрафной, пацаны. Че? Капитанскую повязку парня, которому все. Не, что за капитанскую повязку? 14-88. Ёпты. Че, Лёха вытащил? Не, ну я вроде показывал, я не знаю. Там Лёха ударили, он упал. Да, нормально. Вот, смотри, женская команда, видишь? Ну, это девочки вообще. Ладно, девочки. Прям вообще девочки. Ты Миш. Нормально, Миш. А что, Мещалкин уже все, на, пошел? Ну пускай идет, что? Может, похуячить. Я тут, блядь, все нулево.
Не играл, блядь, ему 2 недели. Давай, Мещалка, давай! Блядь. Да поборитесь, пацаны. Мещалка, давай. Мещалка, ну поборись, блядь. Парни, ну не долетит он до вас. О, слышь, слышь. Блин, пошли сюда, пошли. Бля, пропусти, бля. А что случилось-то, пацаны? Что-то там Лёха. За двумя зайцами. Что-то там Лёха, ну Лёха привёз. Да, ну, блядь, назад скатили и гол был. Вообще, конечно. Что-то я тебе скажу, палач не тебя видел, я видел.